Как сообщает издание «Цена авто», компания Toyota переписала прайс-листы на самые популярные свои модели: бизнес-седан Camry, кроссовер RAV4, а также внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. Большинство версий этих автомобилей подорожали на 28-86 тысяч рублей, то есть на 1,3-1,8% относительно прежней стоимости. Новая цена на бизнес-седан Toyota Camry в базовом исполнении стандарт теперь составляет 1 718 тысяч рублей, а максимальная версия Executive Safety обойдется в 2 690 тысяч рублей. Линейка двигателей для этой модели включает в себя три бензиновых варианта. 2-литровый 150-сильный, 2,5 литровый 181-сильный и 3,5 литра на 249 лошадиных сил, которые работают в паре с автоматической коробкой передач. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в базовом варианте Elegance сейчас оценивается в 5 069 000 рублей. Топовая версия Executive Lounge предлагается к продаже за 6 344 000 рублей. Автомобиль оснащается на выбор бензиновым мотором объемом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил или дизельным объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадиных сил. Стоит отметить, что комплектация Lux Safety для пятиместной модификации сохранила предыдущую стоимость и по-прежнему доступна от 5 630 000 рублей за бензиновый двигатель и 5 772 000 рублей за дизель. Стоимость Toyota Land Cruiser Prado теперь варьируется от 2 656 000 рублей за стартовую модификацию Classic до 4 612 000 рублей за комплектацию Lux Safety для семиместного автомобиля. На выбор покупателям представлены бензиновые агрегаты объемом 2,7 литра мощностью 163 лошадиные силы и 4 литра мощностью 249 лошадиных сил, а также дизельный двигатель на 2,8 литра мощностью 177 лошадиных сил. Некоторые комплектации внедорожника также остались без ценовых изменений и все еще стоят 3 010 000 рублей, версия стандарт с автоматом, 4 028 000 рублей, престиж с дизельным мотором и 4 076 000 рублей, престиж с бензиновым двигателем. Наконец, лидер июля по продажам японской марки, кроссовер Toyota RAV4, подорожал во всех исполнениях без исключений и сейчас доступен от 1 884 500 рублей до 2 799 500 рублей. Для этой модели предусмотрены два варианта бензиновых мотора. 2-литровый на 149 лошадиных сил, который работает в паре с механикой или вариатором, и на 2,5 литра мощностью 199 лошадиных сил, который трудится с автоматом. Это видеоверсия сайта Tarantas News. До скорого!